Недорогие женские футболки, майки. Категория экстра, у нас Италия. Так, футболки, ну вот майка. Размер не указан, только Made in Italy написано. Кстати, полиэстер — это спортивная майка получается. Футболка марка Polo, Элька. Давайте посмотрим состав. По-моему, хлопок. Что-то бирки нет. А, 100% хлопок написано вот здесь. С небольшим износом, категория экстра. Лот весит 25 килограмм. Здесь все женское, то есть женские футболки, майки. Вот что-то вроде блузок, наверное, тоже будет попадаться. Размер, к сожалению, не указан, но в основном размеры, я думаю, будут S-ки, N-ки. Спортивная вот футболка, а и майка, то есть большого размера L-ка. Я так думаю, это 50-й, скорее всего. Здесь размер не указан, хлопок. Так, далее L-ка. Состояние хорошее, но напоминаю еще раз, что это категория экстра. То есть тут какой-то износ, наверное, все-таки на воротниках он будет присутствовать. Крейн 38 размер, полиэстер, то есть это спортивная получается футболка. Элька, тоже вот синтетика, спортивная футболка. Так, ML, это хлопок. Спорт, написано L, но, по-моему, это детская, да, на 12-14 лет. 40-й здесь указан размер, хлопок, то есть майка 46-го российского размера. S-ка, тоже вот хлопок, состояние очень хорошее. Adidas, 36-й указан европейский размер, синтетика, тоже вот спортивный топ. То есть спорт обычно у нас редко бывает из хлопка. S-ка, размер маленький. Tail Whale, 40-й указан европейский размер, соответствует 46-му российскому размеру. L-ка, спорт, то есть синтетика получается, вот тоже спортивная футболка среднего размера. M-ка, видите, небольшое пятнышко. Здесь у нас в данном случае 46-48 российский размер. XS. Даже чей-то волос. Так, M-ка. Среднего размера спортивная футболка. Вот много спортивных футболок XS. Раз спортивная, значит уже синтетика. Пока вот синтетики больше, чем хлопка. Посмотрим, что будет дальше. Так, вот такая маечка маленького размера. 100% хлопка в указанном составе. Размер S-ка. Так, видите, вот здесь вот, по-моему, это небольшой брак. Так, далее размер не указан, к сожалению. Так, ну тут размер маленький, хлопок. Здесь вот тоже S-ка, марка Yes No. Да, 25 килограммов, немало все-таки, я думаю, футболок будет очень много. Тем более есть майки, которые весят еще меньше. Хлопок, еще одна вот майка. Так, здесь у нас тоже хлопок, размер средний M, то есть примерно 46-й. Да, размеры, как видите, да, небольшие, маленькие, средние. Больших очень мало, тем более 52-х, 54-х. S-ка H&M, хлопок. Тоже вот яркая футболка, правда маленькая. XS, еще меньший размер. Так, S-ка. Спортивная майка марки Reebok, достаточно большого размера. Это Max L-ка. Ну, L-ка здесь уже, да, размер большой считается. L-ка это примерно 50 или 48 российский. S-ка состояние отличное, хлопок. А H&M размер S, маленький. M-ка средний размер, в отличном состоянии, по-моему, футболка. Все-таки давайте посмотрим воротник. Да, все нормально. Так, здесь размер не указан, но тоже, как видите, размер небольшой. То есть не ждите здесь 54-х, 56-х размеров. Так, спортивная майка небольшого размера H&M. Тоже размер небольшой. XS, кстати, хлопок. Это вот у нас тоже хлопок. Здесь вот уже полиэстер. Марка Crane, это спортивная футболка большого размера. Так, далее S-ка марка H&M. S-ка, спортивная маечка. Так, футболка марки H&M, это хлопок. Так, следующая спортивная футболка 34-го размера, то есть полиэстер. Здесь вот тоже синтетика H&M, спортивная майка, написано спорт. Так, XL, ну, видите, да, не совсем XL, зато надпись прикольная. Кстати, хлопок.
Еще одна футболка из хлопка марки H&M, размер указан L. Так, здесь у нас S-ка, хлопок, размер маленький. Марка Ted Baker, указан 4 размер. Zara, небольшая майка. Так, вот еще одна маечка. Sherpa XS. Этот бренд я еще не встречал, по-моему. Betty Barclay. Nike M-ка. Размер средний. Так, L-ка. Здесь бирка срезана, маечка. Еще одна майка с пайетками. Так, далее S-ка, размер маленький. Марка Gap, размер S. Orsay. 36-й здесь указан. Европейский размер. H&M, S-ка. Износ небольшой, но все же есть. Категория экстра. Напоминаю, это женские итальянские футболки. Лот весит 25 килограмм. Элька. Спортивная футболка. Спортивных много, я уже говорил. М-ка. Хлопок. Так, H&M. Размер М. Средний. То есть примерно 46-48. Российские размеры называю. Так, еще одна спортивная футболка, на этот раз размер 36, тут тоже спорт, XL. Tail Veil, 40-42, это примерно 46 или 48 получается, российский размер, L-ка. Написано L-ка, но мне кажется опять-таки где-то 46-48. Так, еще одна маечка, Quack House. Это скорее блузка, наверное. Футболка маленького размера S-ка марки H&M из хлопка. Здесь тоже у нас S-ка H&M. H&M S-ка. Так, марка Атмосфера указан 38 размер. Кстати, вот если взять, к примеру, мужские футболки, там у хлопка будет, наверное, все-таки больше. То есть больше будет футболок из натуральных тканей, чем женских. Марка V размер M. Ну, тут желтое пятно под мышками. Марка Сесиль, размер указан S. Эсприт. Как видите, без бирки майка, из хлопка. Изигуала, это один из таких ярких, хороших испанских брендов. Спортивных много футболок. Так, Forever 21, размер L. XS, это H&M. А тут майка размера XL. Хотя, не знаю, сомневаюсь, что это тот XL, к которому мы с вами привыкли. Марка GS, маленькая футболка. Написано вот L-ка, это полиэстер. Здесь вот тоже синтетика. Так, тоже скорее блузка, чем футболка, да, ведь? Футболка марки Esprit. M-ка. Размер средний. H&M S-ка. H&M S-ка. Вот здесь, мне кажется, тоже размер S. Спортивная футболка. Марка Orsay. Видите, размеры небольшие. Так, H&M размер 2XL. Марка Orsay. Max M-ка. S-ка. Амису размер средний указан M. Так, это у нас Adidas. Спортивная футболка, но из хлопка вот в данном случае. Здесь уже полиэстер, синтетика. H&M, спортивная майка. Max. Размер S, то есть маленький. Max, M-ка.
H&M спортивная футболка. H&M M-ка. Adidas спортивная футболка. Так, размер не указан. Но, по-моему, небольшой все-таки размер. Футболка марки Orsay. Еще одна майка. Так, M-ка. Размер средний. Видите, да, размеры небольшие. Так. Я думал, что это трусы, кажется, нет. Поправь, пожалуйста. Так, S-ка. Max Sport. Размер L указан на бирке. Это Burberry. Размер M. Средний. Без бирки, к сожалению. Так, вот она, эта спортивная футболка. Street One. 36-й указан европейский размер. Марка Street One. 38-й европейский размер. Да, очень много, конечно, 25 килограммов. Forever 21 размер 12, это соответствует примерно 46-му российскому размеру. Тоже вот небольшой, примерно 46-й российский размер, это S-ка, хлопок. Так, здесь у нас, к сожалению, бирка срезана. Спортивная майка, футболка спортивная. Шестой размер маленький. 40-й размер указан европейский. Соответствует 46-му российскому размеру. Здесь тоже M. Вот тут есть пятнышко небольшое. Видите, да? Мне кажется, видно. Так, L-ка. 40-й указан европейский размер. Соответствует 46-му российскому. Половину мешка посмотрели. Осталась еще половина. Street One, 36-й указан европейский размер. Так, марка Tailor Whale. Элька. Эска. Эмка. XL. Марка Orsay, размер небольшой. М-ка. Марка Puma. Crane, размер 40-42. М-ка. М-ка. С-ка. Марка Gap, размер M. Тоже вот M-ка. В основном 42, 44, 46, наверное, размера все-таки. Футболка марки Tommy Hilfiger. Так, здесь у нас размер указан S. Christian Dior. Esprit. M-ка. Oliver. H&M. M-ка. H&M, ну, тоже размер средний, я думаю. Так, футболка марки Mango среднего размера M-ка. Cecil M-ка. Так, 36-й, по-моему, размер указан. Так, еще раз напоминаю, это женские футболки майки категории экстра, то есть с небольшим износом. Это не крем. Лот весит 25 килограмм.
Для брони заказа, пожалуйста, свяжитесь с Эльвирой. Под видео есть и номер WhatsApp, и ссылка на страничку ВКонтакте. М-ка. Марка Фила. М-ка. Тоже вот спортивная футболка. Так, размер S. И последний. Так, тут что-то сыпется, смотрите. Порвалось. Стараемся ничего не потерять, конечно. Последняя футболка из этого мешка. М-ка. На этом все.